Если хочешь, Миха, можем вот оставить на трех болтах, но я думаю, это не стоит того. Причем болты-то уже все разбитые. Здесь вообще не комплект. Вот как? А, это я уже закрутил то, что было. Тоже надо поменять. О, все четко теперь. Друзья, всем привет. Вот попросили снять меня обзор на велосипед. Вот этот белый. Это рама Stealth Navigator 950 2007 года. Здесь стоит XT. Раньше здесь было 3.9, сейчас 1.9. Тормоза простые механические, втулки уже на промах, Novatec, соответственно, и No Name. Ну не No Name, но Китай. Ну, хороший. Дальше. Переключалка очень интересная у нас монетка. Вот такая вот. То есть, чтобы включить, нужно давить вниз. Этим же тормозим мы и им же переключаемся. Очень удобно. Я гонялся раньше на такой. Можно в гонке, то есть и тормозить, и передачу сразу включать. Очень классный велосипед для своих лет был. Вот так вот. А самое интересное, вот сейчас прокачал. Представляете, друзья, пишите в комментариях, у кого в городе какие цены на прокачку тормозов. У нас тут есть магазин. Не будем его рекламировать, но он один на весь город. С таким хорошим звучным названием. И они берут за прокачку тормозов. За прокачку тормозов они берут, сколько бы вы думали, сейчас вы все упадете просто. Они берут за прокачку тормозов 3000 рублей. 3000 рублей берут за прокачку тормозов. Для тех, кто не услышал, повторяю. И вот на следующий день пришел человечек и говорит... Они мне прокачали, взяли 3000, и они на следующий день перестали работать. Я говорю, так ты бы подошел к ним и попросил деньги обратно. Но он замялся что-то. Ну, видно еще. Паренек, наверное, лет 16-17. Купил вот велосипед. И представляете, у него здесь два замка на велосипеде. Вот раз. Замок. И сейчас еще один найду. А, вот второй замок. Я не знаю. И цепь, кстати, у него стоит простая, не скоростная. Или кто-то ему поменял. В этом магазине, кстати, у них есть грешки, что они просто меняли запчасти на более дешевые. То есть, видите, эта цепь простая, не предназначенная для переключения скоростей. То есть, если цепь идет скоростная, то там есть специальные вырезы, чтобы заскакивать на звезды. А здесь просто прямые, как будто она односкоростная. Вот такие вот дела. Пишите, друзья, в комментариях, у кого сколько, в каком городе, а с какого города вы смотрите это видео, и... Сколько у вас берут за прокачку тормозов? Вот. В принципе, тормоза прокачал. Все. Работает. Прям вообще отлично. И передний. Прям вообще классно. Как и должно быть. На еще вот тут вот седло мы поменяли. Тоже в цвет велосипеда. В общем, так вот, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь и комментируйте.